Дорогие друзья, мы сегодня проводим очень важное мероприятие, посвященное торжественному вручению высоких международных научных наград. Нам очень бы хотелось, чтобы 155 государств, которые признали наш международный университет фундаментального обучения, приносило в том числе им пользу в улучшении экономики, образования, культуры, в вопросах безопасности. С доктором Шанти позвольте мне с большим интересом представить слово президенту, доктору, международному академику, ученому. Слово предоставляется доктору Джаясекера Шанти Пушпакумара. Пожалуйста, нашему президенту. Уважаемые дамы и господа, очень приятно, что сегодня такое знаменательное событие встречаться в Москве. То есть я хочу сказать немного о МУФО. Сегодня Международный университет фундаментального обучения организует специальный совет патронатом президиума, который управляет несколько стран мира. И сегодня номенклатура у нас самая большая номенклатура в мире, потому что мы объединяем всему миру. В этом году, в конце января, организована была Международный конгресс. Там участвовали более 200 ученых мира. Это то, что это дали нам возможности. Первое, с вами учеными разработана программа, которая регистрирует в международном реестре, который вы получаете как ученый звание. Не только это, и международный паспорт ученого мира. И что самое главное, хочу сказать, что принципиально новым является деятельность МВУС при МУФО присуждение международной ученой степени разного уровня не только области научно-исследовательской деятельности, а и области научной значимости деятельности, управления, бизнес-администрирования, безопасности. В мире нигде нет такого. Вот у нас есть несколько президентов в мире получилось. Международной дипломатии и защита мира. Таким образом, МВУС при МУФО является и стимулирует российский и международный научный практический потенциал, непосредственно служащий людям, всем и каждому. В наименовании международной ученой степени присуждается МВУС при МУФО в соответствии с международным нормам стоит бакалавр, магистр, доктор, гранд-доктор философии определенной области науки и научной значимой деятельности. Предоставлена в защищенном МВУС при МУФО диссертации любого уровня должен быть и теоретически, и практически значимой. МВУС при МУФО присуждает honorary cause с особой заслуги и без защиты диссертации. Международные ученые степени доктора и гранд-доктора, выдающиеся государственными и общественными деятелями, российским и зарубежным. И присуждает без защиты диссертации международные ученые степени доктора и гранд-доктора специалистам, российским и зарубежным, за достижение в определенной научной значимости сферы деятельности, а также культуры и искусства. МУФО – открытая система для всех и каждого, кто по своим научным, деловым, творческим и человеческим качествам соответствует высоким требованиям, предоставленным МУФО. Как говорят, добро пожаловать в МУФО. Спасибо за внимание.